Чувашские полицейские задержали мужчин, подозреваемых в совершении мошенничества с использованием электронно-считывающего устройства. В народе его прозвали скиммером. Преступным путем эти люди получили доступ к персональным данным и пин-кодам электронных карт оплаты тысяч жителей и гостей республики. Подробности этой истории в материале нашей коллеги из пресс-службы МВД Марины Сергеевой. Эти мужчины в терминале одного из банков по улице Композиторов Воробьевых установили считывающий аппарат «Скиммер». С помощью него они получили информацию о персональных данных и пин-кодах электронных карт оплаты граждан. Выявила преступление служба безопасности банка, сотрудники которой сразу же обратились в полицию. Камера видеонаблюдения, установленная в помещении банкомата, четко зафиксировала лица злоумышленников. Начался их поиск. Было установлено, что данные лица 20 числа вновь в этом же банкомате по адресу, значит, город Чебоксары, улица Композитор Воробьев, дом 20, опять же, значит, установили это сканирующее устройство. Значит, ну, это в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий после снятия данного устройства уже, соответственно, с информацией о персональных данных владельцев банковских карт, данные лица были задержаны. В течение нескольких дней сотрудникам управления уголовного розыска и отдела КМВД Республики удалось не только установить всю преступную схему, по которой действовали злоумышленники, но и автомобиль, на котором они приехали и жили в Чувашии. Задержали мужчин бойцы полицейского спецназа. Для мужчин это стало полной неожиданностью. Такого поворота событий они не предполагали. Сейчас установлено, что оба злоумышленника, им по 48 лет, являются уроженцами Молдовы, проживают в Москве. Один из них ранее был судим за разбойное нападение. Что вы делали в банкомате? Копил деньги себе. В ходе задержания у них были изъяты сам скиммер, 3 флеш-карты и 2 сотовых телефона. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские не исключают их причастность к совершению аналогичных правонарушений на территории других регионов страны. Нужно отметить, что злоумышленники действовали профессионально. Заметить посторонний предмет, установленный в банкомате, обычному обывателю было практически невозможно. Накладка состояла из 2 частей. Соответственно, сам считыватель пластиковых карт, куда записывались все данные с пластиковых карт, и видеорегистратор, который фиксировал набор пин-кодов гражданами. Устанавливалось в 2 местах. Первый на картоприемнике и над монитором самим, то есть над клавиатурой, который фокусировал своим видом, соответственно, движение пальцев. Пока шли оперативно-розыскные мероприятия, сотрудниками банка было принято решение о заблокировании всех тех карт, владельцы которых имели несчастье посетить злополучный банкомат. Благодаря этим мерам, пусть и причиняющим временно некоторые неудобства, денежные средства более 1000 жителей и гостей республики остались целы.